Тем временем на вокзале Новосибирск главный прошел масочный рейд. Его итог – административный протокол одному посетителю. Режим повышенной готовности в регионе сохраняется, и рейды проводят регулярно. В целом, на этой рабочей неделе проверяющие составили 30 протоколов о нарушениях. Напомню, штраф за нарушение масочного режима составляет от 500 до 3000 рублей. Еженедельно Минтрансом Новосибирской области проводится 10 рейдовых мероприятий на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры в метрополитене. Также ежедневно работает ЦУГАЭТ по наземному пассажирскому транспорту. Ну и, соответственно, совместно с сотрудниками Минтранса в рейдовых мероприятиях принимают участие сотрудники полиции, транспортной полиции, Роспотребнадзора.